it before. Come on, baby, keep your hands up in the gypsy night. It will come and go. Everybody knows. You make your own heaven and hell. Daytime lovers love for sale. You make your own heaven and hell. Let us follow, tears will tell. He takes your heart. Ну что, друзья, всем привет, рад вас всех снова видеть. Наконец-то я закончил опорные подшипники, но сегодня мы поговорим об колесах, друзья. Купил новые колеса. Ну что, друзья, потише немножко. Купил я новые колеса, так как у меня одно колесо было на 8 сантиметров по радиусу в разнице, друзья, чтобы вы понимали. Из этого я уже решил коробку окончательно закончить, поменять новые колеса. Колеса мне достались недорого, где-то $85 два колеса, новые, сразу говорю. Вот, 8,3 на 20. Такие, как стоят на передке, Т40. И также бывает МТЗ-80 устанавливается. 82-ки ставятся. Диски, как я называю, крабы. С четырьмя возможностями регулировки колеи, друзья. Ну и в целом вот такие у нас. Такая резина. Еще вон, даже не поседала. Но в целом очень доволен покупкой, конечно же. Но расскажу вам, как я подорвал спину себе. Мы начали, друзья, менять колеса на шинном этаже, где фурные меняют колеса. И я скажу, мы троем, даже и четвером бортировали старые колеса, они удобенелые. Одному колесу было около 40 лет, вам честно сказать, а второму то помладше, там где-то около 30 с лишним. Но они настолько были дубовые, что станки не могли провернуть. И мы четвером помогали крутить станку даже, я так скажу. Хлопцы сказали, больше в жизни никогда не возьмут такие колеса. Ну, его в баню сказали. Посадили мы здоровье, 3 часа потратили, чтобы перебортировать. Конечно, это что-то вам не передать. Но в целом доволен. Я еще раз повторюсь, то, что были колеса разные. И рвало коробку. Одно быстрее крутилось. Всегда, как говорится, ело землю. Вот, резало землю, когда едешь, потому что одно быстрее, одно медленнее. И, как всегда, это идет, конечно, нагрузка на коробку нехилая. Решил 2 новеньких купить, то вот так вот выглядит. Доволен. Надо диски, друзья, еще покрасить, нету времени. Уже так повыше, еле влезли. Вот, но в целом неплохо. Вот. И, друзья, так что подписываемся, ставим лайки. Совсем скоро выпущу видео с опорными подшипниками и без. Выкручу опоры. И посмотрите, какая колоссальная разница. Просто устал, очень много работы было. Вот под низом уже опоры проделал, друзья. Может, что-то будет видно, может, нет, не знаю. Ох! Вот так это выглядит. Распорочки. Все есть, друзья, уже на канале. Так что всем пока. Подписываемся, ставим лайки. До скорых встреч. Пока-пока.